Еще 22 юных жителя Заречного в торжественной обстановке получили паспорта. С обретением главных документов, удостоверяющих личность, подростков поздравил первый заместитель главы городской администрации Алексей Рябов. Совсем скоро вы будете обладать всей полнотой прав и обязанностей, которые закреплены у нас в Конституции Российской Федерации и другими правовыми актами нашего государства. Скоро вы сможете принимать участие в выборах. Вы сможете сначала голосовать, а потом избираться. И кто знает, может быть, кто-то из вас станет когда-нибудь президентом нашей страны. Все двери открыты в вашей жизни. В России очень большие возможности для самореализации человека в любой сфере. В науке, в искусстве, в спорте, во всем что угодно. Главное, ставьте перед собой большие, великие цели и каждый день настойчиво и честно идите к этой цели. Вместе с паспортом каждому школьнику вручили памятный адрес главы администрации города и подарочное издание энциклопедии Заречного. Анна Сазонова, Владимир Полищук, телерадиокомпания «Заречный».